Всем привет! Хочу сегодня представить вам видеообзор октябрьской посылки сайта iHerb. Это сайт органической продукции, американский. В этот раз посылка шла чуть больше 3 недель. К Новому году почта начинает работать медленнее. Пришла не помятая посылка, не вскрытая. И, ну, видать, потому что очень мало товаров в ней было. Но зато они были тяжелые, то есть больше в посылку ничего и не засунуть было. Стоимость посылки вышла $36.38. Все они покрылись реферальными баллами. То есть я фактически заплатила $4 за доставку. Итак, что было в этой посылке? Первое — это рыбий жир детский от компании Nordic Naturals. Это американская компания, но рыбий жир производят в Норвегии. Одна из самых лучших фирм по производству рыбьего жира, потому что производят из жирной норвежской рыбы его. Значит, он на вкус нейтральный, ну вот как рыбий жир, но запах у него клубничный, натуральный. Очень такой вкусный запах. Думала, ребенку не понравится, но он оценил. Хотя я думала, что самой мне не очень понравилось. Но ребенку очень нравится этот запах. Он такой приятный, довольно-таки сильный. Итак, объем 119 мл. Нужно давать по пол чайной ложечки раз в день с едой для лучшего усвоения. Хватит этой баночки на 48 приемов, то есть 48 дней, практически больше, чем полтора месяца. В составе 550 мг омега-3, из них ЕПА 190, ДХА 255 и другие омега-3 кислоты 105 мг. Витамина D здесь очень мало, идет от 0 до 10 доз, то есть при норме 400. Поэтому, если вы даете какие-то мультивитамины со суточной нормой витамина D, можете смело давать и этот рыбий жир, не бояться. Для чего нужен детям рыбий жир, наверное, все знают. Здесь написано «поддерживает мозг и визуальную функцию». Ну, это правда. То есть и взрослым, и детям всем нужно принимать рыбий жир, если вы не употребляете хотя бы 2 раза в неделю жирную рыбу. У меня ребенок рыбу не очень любит, поэтому вот нашли выход в приеме рыбьего жира. Значит, здесь написано, что этот рыбий жир проходит 3-ступенчатую очистку от тяжелых металлов, от диоксинов, от других всяких токсинов, которые не нужны детскому подрастающему организму. Как вы знаете, в местных аптеках, я не знаю, вот продается рыбий жир, там никогда не встречала о степенях очистки этого рыбьего жира. А тяжелые металлы, по-моему, могут нанести детскому организму, да и вообще любому организму, гораздо больше вред, чем принесет пользу этот рыбий жир. Поэтому при выборе рыбьего жира для детей, особенно для детей и беременных женщин, пожалуйста, учитывайте фактор, что должна быть очистка тяжелых металлов. Сейчас очень загрязненные водоемы, поэтому нужна эта очистка, чтобы была. Так, в составе натуральный ароматизатор клубники, пахнет довольно-таки приятно. После вскрытия флакона, оно идет запаянное, после вскрытия хранить в холодильнике и желательно использовать в течение 3 месяцев его, чтобы он не испортился. Хорошее средство. Стоило оно $14.41. Ну, довольно дорого, но если посчитать, что это на больше, чем 1,5 месяца, нормально. И для здоровья ребенка не жалко. Итак, дальше заказала вот такой вот кальций. 600 мг, довольно высокая дозировка. Это жидкий кальций, то есть он идет в мягких капсулках, в жидком виде. Он гораздо лучше усваивается. Он идет с витамином D, 400 доз.
в одной капсуле, поэтому суточная норма витамина D идет. Кальция норма для взрослого человека 1000 мг, то есть можно принимать 1-2 капсулки в зависимости от вашей потребности. Если вы, допустим, едите творог, сыр, всякие молочные продукты, то можете пить 1 капсулу смело, остальное количество кальция получать с продуктами. Помогает укрепить кости. Заказала я для своей знакомой, потому что она недавно сломала руку, и что-то у нее там с костями проблема, то есть истончились. Поэтому вот у нас она покупала кальций, пила, ну не знаю, вот мы решили попробовать. Я ей посоветовала заказать сайт iHerb, в жидком виде он вроде бы лучше усваивается. Значит, здесь написано, нет искусственных ароматизаторов, без глютена. Так, что тут еще? В общем, все красители натуральных источников, без консервантов. Вот, 1-2 капсулы в день. С едой надо пить. Вот, как я уже говорила, 600 мг это 60% суточной дозы. И витамин D 400 доз это 100% от суточной дозы. Фирма Nature Made. Ну, не знаю, попробует. Я думаю, что должно помочь. Кальций хороший. Стоит он $12.27 за 100 капсул. Это, считайте, 3, больше 3 месяцев приема. Отлично, мне кажется. Такая банка большая, увесистая. Так, следующий. Это вот такой вот чистящее средство для кухни, ванны и посуды. Вот здесь что-то удаляет, что-то там налет. Ну, в общем, какие-то слова незнакомые. Значит, для керамики, для каких-то нержавеющих поверхностей, то есть обещает блеск и красоту, бриллиантовый блеск. Ну, я вчера попробовала. Значит, у него такая кремовая структура, запах нейтральный, сделано в США, написано в 737 грамм. В составе содержится кислота, поэтому обязательно нужно использовать его в перчатках резиновых, иначе разъест вам кожу. Но я почему-то думала, что он лучше себя покажет. Вчера пробовала на кухне оттереть известковый налет с мойки. Что-то мне не удалось. То есть, не знаю, как бы, может быть, со временем, через, не знаю, месяц использования, но пока он себе не показал результатов, которые я от него ждала. Вот. Стоил он всего лишь $2.72 для такой банки, конечно. Если не сильное загрязнение, то вполне можно пользоваться. Ну, так как я думала, что это известковый налет, немного не удалось. Ну, в составе кислота, поэтому, возможно, со временем оно и отрет. Но так, чтобы прямо сразу и моментально, такого нет. Так, дальше. Заказала себе тени для век. Я уже их заказываю третий раз. Моя любимая палитра. Компания Эльф. Очень хорошие. Мне нравятся они. Как уже сказала, третий раз заказываю. Довольно хорошо подобрано вот это вот сочетание цветов. То есть глаза такие яркие, выделенные, идеально подходят. И под дневной, и под вечерний макияж вообще просто прелесть. Не осыпаются, ложатся хорошо даже без основы. В течение дня не скатываются в складках кожи. То есть вообще отлично. Наношу их кисточкой. При сухом нанесении у них такой большой расход. А вот при влажном нанесении, если кисточку смачивать, то довольно хорошо они себя показывают и не так быстро улетают. В комплекте идет аппликатор. Там вообще ни о чем, такой не очень хороший. Поэтому советую наносить кисточкой. Очень хорошие они так тени, мне очень нравятся. И состав такой не очень агрессивный, то есть никакой аллергии они не вызывают. Хорошие, достойные тени всего лишь за $2.99. Даже вот
Первыми тенями я пользовалась месяц, они у меня быстренько улетели. Второй баночек, упаковкой я пользовалась месяца три, наверное, потому что уже стала их так мокрая кисточка, они так распушаются и улетучиваются. Вот, ну, уже подходят к концу, поэтому я заказала себе на будущее. Так, и последнее, я заказывала вот такие вот перчаточки от EcoTools. Спа-увлажняющие перчатки с бамбуковыми волокнами сделанные. Вот такой у них красивый рисуночек. Я уже в прошлой посылке заказала, получила уже носочки, тоже бамбуковые. Уже ими активно пользуюсь каждую ночь. Ножки увлажненные, такие ухоженные, необходимо намазать перед сном каким-то жирным кремом или жирным маслом на влажную кожу. И надеть эти перчатки или и носочки. И утром просыпаешься, кожа вся ухоженная, спа-уход в домашних условиях. Перчатки сделаны в Китае, но качество очень хорошее. Фирма EcoTools. Мне очень понравилось. Вот они идут в такой красивой коробочке. Мне кажется, даже можно подарить. Никто не обидится. Так, ну и бесплатно, в качестве бесплатного подарка пришли вот такие вот бумажки для записи с логотипом iHerb и карандашик тоже с логотипом iHerb, поломанный, правда. Ну ничего, на этом тоже спасибо. Ну, спасибо всем за внимание, следите за моим каналом на YouTube, регулярно выкладываю обновления, обзоры, поэтому надеюсь, что вы обязательно подпишитесь на мой канал. Спасибо за внимание. Пока-пока.